что? Получили аттестаты, разогнались, сейчас заплатим лицензию и все. Нифига. Проплатили мы лицензию и сказали собирать опять по всему кругу то, что все организации мы прошли, опять бегать по всем организациям, делать копии этих же документов, официально заверенные этими организациями, которые нам повыдавали. Вот, с торгово-промышленной палаты, с лабораторией, которой мы заключили договор, аттестат производства, статут наш, сами нотариус заверял, копии платежных документов, что проплатили лицензию, договор аренды, вот, сплошные печати. Вот что творится. Больше, чем на марочном коньяке печати. Вот такая вот байда. Ну что, вроде пособирали несколько дней, опять покружили. Все, будем брать билеты в Киев и ехать в налоговую сдавать, получать лицензию, не знаю. Но уже ни в чем не уверен, думаю, не скоро это будет. Оп, вот мы и в Киеве с Алексеем, по старой доброй традиции он нас встречает и здесь показывает все. Все, приехали. Сейчас пойдем. Как, куда мы пойдем? Куда-то кофе попить. Кофе попьем, да, потому что утро раннее. Рано при. Леша за рулем, а нам перед налоговой как-то, ну, не камильфо прийти. Нам лицензия подошла на пиво. Пару часов, может, Игорьку покажем чуть-чуть Киева, посмотрим. Да, кстати, ты же не был ты в Киеве. Ты же киевлянин практически. Да, я уже, да, два раза был. Уже все здесь знаю. Так что, да, путь. Хлебнем кофе, да. Посмотрим Киев, а там и налоговая. Так что, go in Киев. О, вот мы на Андреевском спуске. Такой крутой спуск. Все время не перестаю удивляться. Так, а еще снежок. Можно и покататься. Лыжи можно брать. Да, сноуборд, лыжи. Помнишь, как в какой-то год был, что здесь на сноуборде? Это было 3 или 4 года назад, в марте месяце, насыпало. А, да, уже весна. Да, в марте все было. Люди на сноуборде катались здесь. Очень неплохо. Андреевская церковь, да, красиво? Мне очень нравится. Вообще так на холме классно. Венец такой. Жалко, что не получается забраться на платформу туда, да? Да постоянно. Да, там постоянно закрыто. Оттуда обалденный вид на Киев, на Подол, на старый город. Да и мы приезжаем постоянно, что рано или слишком поздно, ничего не получается. Ну, да. Зато людей нету. Да. Который раз уже приезжаю, а пустой вообще. Пустой. Андреевский пустой. Ну что, съездили мы в Киев. Короче, все нормально. Подали документы. Все замечательно. Единственное, сказали нам довести кое-какие бумаги. Сфера аккредитации лаборатории, то, что они имеют право заниматься там пивом, ну, короче, по мелочи кое-какие бумажки, сейчас их отправляю курьером Новой почты в Киев, и все, вроде все. Через 2-3 недельки сказали приехать за лицензией. Замечательно. Все, я думаю, начнем варить наконец-то пиво.
Ну все, сейчас закупать будем солод, хмель, дрожжи. И как только получаем бумажку, начинается! У-ху! Что, поднавалила снежка? Совсем чуть-чуть, почти, почти пол роста. Ну да. И как раз, да, под самый конец, когда уже лицензию получать, надо когда ждем уже, да, солод надо солод заказывать, да, везти. Полтора месяца хорошей погоды, на тебе. Да. Зима пришла все-таки. Не, ну что, очень даже хорошо нам погода помогла, да, не сильно тратились на отопление. Да, хорошо сэкономили. Ну, сейчас расплачиваемся за все. Отыгрываться. Да. Ну, что там, тебе немножко осталось вон там, до тех деревьев. Не, вон до того. До тополей, да, вон до тех. Да, сюда бы какой-нибудь турбо... Маленький такой тракторик, знаешь, который... Да, что-то ты мелко, я тебе хотел, блин, турбоустановку какую-нибудь, ракетную, да, так? Я про себя. Не, ну можем на завод сходить, в принципе. Да. Ладно, все, давай, работай, а то расслабились здесь. Да, что-то я подумал. Все, погнали дальше. Ну вот, народ, потихоньку начинаем обрастать добром. Закупили солод светлый, пшеничный для пшенички. Купили венского солода. Для чего? Для жигулевского. Конечно, куда? Куда без него? Ну а вкусовые солода у нас будут бельгийские. Вот такой Castel Malting, Шато, шоколад. Будем мы с него Дункельвайцен делать. Хмель купили. Геркулес. Геркулес 5 килограмм. Традишн, аналогичное количество. Вон, поддерживаем температуру масляным радиатором, а то сейчас врубить отопление. Как только запустимся на полную катушку, что счетчик будет у нас улетать. Мюних без обозначение, это базовый солод CS Amber. Это у нас пшеничный, или как говорил дед тебе мой сынулька, шпыничный. И Barley Vienna. Прошла неделя, как сдали мы документы в налоговую. Вот позвонил узнать. Опять задержка. Все из-за переименования улиц. Лаборатория, где мы аккредитацию, договор заключили. Лаборатория стоит на той улице, которую переименовали ее. И теперь надо попросили в налоговую распечатать
документы о переименовании улиц. Вот, вот, распечатал постановление Харьковского городского совета о переименовании улицы Первой конной армии в улицу Гольдберовскую. И теперь несу на почту отправлять курьером опять в Киев. Тогда только они запустят в работу. Вот так, день, неделька, неделька, месяц. И ждем. Ну, вот мы в Киеве. Почему? Потому что пришла бумажка, письмо, что нам выписали нашу лицензию. Ого-го! Так что все, сейчас поедем получать в налоговую нашу заветную бумаженцию и будем начинать варить пиво. Так что все очень и очень-очень хорошо. Друзья, ну что, наконец мытарства наши закончились. Вот лицензия, получили мы то, что хотели. Слава Богу. Все, едем домой с Киева. И с завтрашнего дня начинаем наконец-то варить. Потому что у нас есть официальное разрешение на производство пива.